Всем доброго времени. Сейчас мы будем делать порчу на врага. Так, порчу на врага будем делать 33 несчастья. Это такая порча, которая будет вашего врага мучить. У него будут боли, тяжести в жизни. Мы будем насылать порчу на мразь, на тварь. Тут лежит одна тварь, которая очень много разговаривала. Сегодня я буду отправлять ее в больницу, а вы будете смотреть на своего врага. Вот. Я не буду показывать лицо шмары этой, потому что это конфиденциально. Я не хочу, в принципе. Ну, пока что не буду. Вот. Что сейчас будет нужно от вас и от меня? Я буду проводить данную порчу. Порча 33 несчастья отправляется на врага, чтобы у врага были беды, страдания, слезы, неприятности, белая полоса, проклятие. Одно за одним. Сейчас вам нужно будет просто называть имя своего врага, в общем, представлять своего врага. Мы будем делать на шваль, на мразь, чтобы... Ну, она не сдохнет, конечно, но попадет в больницу. Будем на нее насылать, буду насылать на нее я. Что требуется от вас? Смотрите, если вы смотрите сейчас, да, со мной и будете представлять своего врага, мы работаем только с откупами и, конечно, только с откупами. Если вы посмотрели, да, сейчас работаете вместе со мной, то оставляем только откупы. Если вы откупы не оставляете, я говорила, что потом будет с вами. То есть черная магия – это такое, понимаете, тонкое дело, где мы не можем работать без благодарности. То есть мы сейчас смотрим на вражину. Я сейчас пока буду читать заклятие, да, вот. У меня подсвечника нету, но ничего, я куплю. Закончились у нас тут дары. Водка, только хорошая, только царская. То есть я буду работать через бесов. Сейчас я на шваль почитаю заклинание. Вы не будете это видеть, но когда я заверну фотографию, мы будем работать вторым этапом дальше, вы увидите, что я буду делать. Смотрите, напоминаю, что эта порча очень сильная. То есть, может быть, многие ее знают, но она у меня сильно работает. Мы смотрим, сейчас слушаем в данное время. Вот тут тварь лежит. Называйте своего врага и поехали. Давай, мразь. Сейчас. После, как посмотрели, оставили откуп. Уже объясняла, как. Как воск раскаленный на голову. Евгений падает, так и тебе, Евгения, на голову все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три, а все 33. Огнем раскаленным на тебя пылаю, все беды неудачи на тебя насылаю. Да будет так, как воск раскаленный на голову, Евгений падает, так и тебе, Евгения, на голову все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три, а все 33. Огнем раскаленным на тебя метаю, все беды неудачи на тебя насылаю. Да будет так. Как воск раскаленный на голову Евгении падает, так и тебе, Евгений, на голову все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три, а все 33. Огнем раскаленным на тебя метаю, все беды неудачи на тебя насылаю. Да будет так. Как воск раскаленный на голову Евгении падает, так и тебе, Евгений, на голову все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три, а все 33. Огнем раскаленным на тебя метаю, все беды неудачи на тебя насылаю. Да будет так. Воск раскаленный на голову Евгения падает, только тебе, Евгения, на голову все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три, а все 33. Огнем раскаленный на тебя метаю, все беды неудачи на тебя насылаю. Да будет так. Как воск раскаленный на голову Евгения падает, только тебе, Евгения, на голову все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три, а все 33. Огнем раскаленный на тебя метаю, все беды неудачи на тебя насылаю. Как воск раскаленный на голову Евгения капает, только тебе, Евгения, на голову все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три, а все 33. Огнем раскаленный на тебя метаю, все беды неудачи на тебя насылаю. Как воск раскаленный на голову Евгения капает, только тебе, Евгения, на голову все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три, а все 33. Раскаленный на голову Евгения капает, так и тебе, Евгения, на голову себе допадает. Ни одна беда, ни две, ни три, а все 33. Огнем раскаленный на тебя метаю, все беды неудачи на тебя насылаю. Так. Раскаленный на голову Евгения капает, так и тебе, Евгения,
Евгения на голову. Все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три. Все 33 окнами взгляда на тебя метают. Все беды ни к чему не могут. Сколько там нет. Как вас просвалило на голову. Евгения падает. А ведь тебе Евгения на голову. Все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три. Все 33 окнами взгляда на тебя метают. Все беды неудачи на тебя наступают. Да будет так. Как вас просвалило на голову. Евгения капает. А к тебе Евгения на голову. Все беды падают. Ни одна беда, ни две, ни три. Все 33 окнами взгляда на тебя метают. Все беды неудачи на тебя наступают. Как воск раскаленный на голову Евгения, как бы это к тебе, Евгения, на голову. Все беды падают, ни одна беда, ни две, ни три. Все 33 от них раскаленные на тебе метают. Все беды неудачи на тебя наслают. Давайте так. Так, сейчас мы подставим сюда нам. Вы представляете только своего врага. Понятно, что я, да, говорю имя другого человека, да, вы говорите имя другого человека. На того человека, на которого вы смотрели, этот человек будет очень сильно болеть. Только запоминаем, что мы оставляем откупы, да? Не идти, мотая все беды на тебя наматывая. Ни одну беду, ни две, ни три, а все 33. Не идти, мотая все беды на тебя наматывая. Ни одну беду, ни две, ни три, а все 33. Понимаем, да, что меня злить нельзя. Вы представляете только своего врага. Понимаете, да? Называйте сейчас имя врага. Сейчас просто желаете, что вы желаете врагу. Ну, как бы, что вы хотите. Да. Сейчас не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, в больницу попала. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, ума разума лишилась. Не иглу в тебя я втыкаю, а беду себе подселяю, чтобы ты, Евгения, детей в больницу положила. Не иглу в тебя втыкаю, а беду себе подселяю, чтобы ты, Евгения, под машину попала. Не иглу в тебя втыкаю, а беду себе подселяю, чтобы ты, Евгения, дом утеряла. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, одинокой была. Не иглу в тебя. Вы желаете врагу сами. Я от себя. Вы смотрите на своего врага, желаете сами. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения, сюда, да, мы в куле. Без денег всю жизнь жила. Не иглу в тебя втыкаю, а беду тебе подселяю, чтобы ты, Евгения,
с дочкой по больницам ходила, да с них не выходила, заклята. Запечатана. Никому не снять, кто снять захочет, рядом сляжет. Так, вот такая у нас порчуха была. Вы представляли своего врага. Я делала определенно на недоброжелателя. Я бы не сказала, что это прям мой враг, но она очень много разговаривала. То есть нежелательно было это для нее, я ее предупреждала. Вот, мы так врагов своих наказываем, да. Вот, вы представляли своего врага. Я напоминаю, что, да, эта порча не на смерть. Ну, если бы я, конечно, пожелала смерти, да, то есть она бы была. Но сейчас я просто ее вот наказала, вот, и вы смотрели данный ритуал, данный процесс. Враг, на которого вы смотрели, ну, на одного, конечно, да, будет болеть, страдать, ну, все, что вы ему пожелали. То есть, да, смотрите, это не порча на смерть, но своего рода это тоже сильная порча. Я сейчас буду оставлять дары, но откупы там ходить, выйду сейчас, да, как бы закончу, да, заканчиваю этот ритуал, потому что надо работать только с откупами, да, мы понимаем. То есть, вот и была женщина одна, я не знаю, как, то есть, да, вас зовут, вы мне написали, что Марета, все ваши ритуалы рабочие. То есть, да, ну, как бы я попала в больницу с дочерью, на машине врезались они, по-моему, там в Ладу. Ну, я же вам говорила, я не помню, как вас зовут, потому что тут мы можем писать разные имена, да. Я говорила, что надо оставлять за все откупы. Вы пишете, ой, спасибо большое, да спасибо для высших сил и для темных миров. Это, знаете, это так... Если вот сейчас вы посмотрели, вы пошли оставили откупы. Если вы не можете, оставляете через практика, но вы оставляете тому практику, у которого вы смотрели ритуал. То есть, да, вот, допустим, есть женщины, которые могут сами, ну, они понимают, знают, да, как оставлять, ну, откупы, да. Есть те, которые не знают. Оставлять откупы, это вообще надо уметь тоже, благодарствовать надо, понимаете, уметь, желать. Но если вы не можете, да, допустим, ну, это лучше не делать, потому что это чревато, но это чревато многими вещами на самом деле. Я не пытаюсь склонить вас, ну, опять же, я пытаюсь объяснить вам, потому что многие люди, да, которые смотрели мои ритуалы, они не оставляли откупы, не обязательно мне. Если вы можете сами, идите на погост, на кладбище, да, оставляйте, то есть, да, благодарите. Потому что вы смотрите, вы входите в энергию, а потом у вас все срабатывает, вы не платите ни через себя, ни через практика. Кто хочет, допустим, через меня, я говорю, оставляю. Я раньше оставляла номер карты, сейчас не буду оставлять. Можете переводить откупы по номеру на карту. Потому что, я так поняла, людям удобно, ну и пускай, я вошла в их положение. Вот, если вы можете сами, идите, оставляйте сами, но опять же, не пойти где-нибудь на дорожке там бросить, да, и многие, знаете, делают как, они бросают, где ездят машины, это закольцовка, потому что постоянно они ездят, то есть нужно уметь оставлять правильно и как бы, в принципе, быть благодарными. То, что мы сделали сейчас, точнее, что я сделала, это порча не на смерть, это порча... На болезни, на неудачи, по финансам ударит, по здоровью ударит, по психике может и с ума сойти. Вот, то есть, ну, это такая порча, несчастье за несчастьем, да, чтобы несчастье было вот, как бы, да, вот, вот так вот. Ой, свечку нюхаю, вкусная такая вот. Чтобы, ну, понимаете, да, о чем я говорю, чтобы, ну, было. Вот, вы можете этот ритуал, точнее, и вы можете смотреть на многих врагов, только поочередно, на одного, на второго, на третьего, но не забываем про откупы, потому что мы отправляем посыл, мы смотрим, мы не можем быть неблагодарными. Лучше платить монетой, нежели здоровьем, правильно? Данный ритуал сильный в течение 6-7 дней, а может быть кто-то и раньше в течение 3 дней узнает, что врагу очень плохо, вот, возможно, попадет в больницу, у меня такое на практике было, ну, в принципе, нам не важно. Наказание я произвела, отправила,
И на того, на которого человека вы смотрели, у того тоже будут несчастья. Вот, смотреть можете на любого врага, на родственника, там, на супруга многие смотрят. В общем, неважно. Для меня важна безопасность, откупы, чтобы вы потом не писали мне, что Марета, ритуал сработал, но я через 3-4 дня слегла. Все, всем желаю добра, всего хорошего. Я пойду дорабатывать ритуал с откупами. Всем всех благ.